Все краснеет, ребята, краснеет. Это плохой знак. Что? Где все? Они... Лириска с вами. Салют, котята! Мы с вами продолжаем играть. Котим. Это действительно наша самая любимая игра кошечек. Сегодня мы пойдем побеждать крокодила. Друзья, сегодня, да, у нас с Валеришкой цель все-таки победить крокодила. Мы его заработать тогда... много денег. Мы его начали убивать, но он богатыми. Нас победил в прошлой серии, помнишь? Чтобы мы были богатыми. А еще сегодня, ребята, Валеришка уговорила, и мы купим шерстку вот Куки. Такую. Ну, я думаю, кто постарше знает этого нашего самого любимого котика на ютубе Куки. Вот такой он классный. Ну что, покупаем? Добро пожаловать! У нас пушинка будет в виде Куки или будем брать... Пушинка в виде. Ребята, спасибо огромное за ваши комментарии. У вас очень много разных предложений, кого мы будем побеждать, как будем называть. Спасибо за то, что вы такие активные. Да. Крокодил, да. Все, крокодил отправляемся, все решено. Ничего себе! Ребята, кому нравятся кошечки наши, ставьте лайки и пальчики вверх. Не бойся, сейчас мы найдем крокодила. Вы писали уже очень много советов, как проходить крокодила. И как? Ну, как минимум, его надо найти сейчас. И у нас уже, кстати, наша пушинка на шах от 23 уровня. Видишь, у нее 99,4. Крокодильчик, ты где? Он впереди. Давай, идем, не бойся. Не вижу его, вон. Уже появляется? На карте. Так, берем, наверное, играть будем за самого сильного игрока. А кто он самый сильный? Папа. А у нас самая сильная, по-моему, либо Валеришка, а мы смотрим, у нее... 6, 8, 4. Нет, Том у нас самый сильный. Мы за Тома. Играем за Тома. Так, вперед. Крокодил ждет. А кстати, может быть. Не, ну да, надо, чтобы самый сильный был, правильно. Кстати, вот нам с Валеришкой в симуляторе собачки вот не хватало, да, каких-нибудь там таких канализаций, чего-нибудь такого поинтереснее. Где он? Да. А, вот он. Надеюсь, у него не улучшилось здоровье после нашего последнего поединка. Угу. Привет, крокодил. Надеюсь, ну что? У него не улучшилось здоровье. Ну, а где решетка, которую писали ребята? Я вижу только... Бочки, за которыми можно спрятаться. Ну что, семья, вы готовы? Я не... может быть, я еще хочу пробежать вот все-таки в ту сторону мимо него. Как? Ну, вот так вот. Лянь, у него здоровье совсем вернулось на свои. Он что, опять такой же сильный? Ребята, ведь мы его чуть-чуть уже уменьшили. Получается, что нужно только за один раз его побеждать. А-а-а! Мама дорогая! Ну и где же эта сетка? Есть она здесь? Ого, слушайте, он просто меня за один раз прикусил. Куда спрятаться? Ребята, куда спрятаться? Может быть, сюда? За бочку. Ой, я боюсь, что я сейчас застряну здесь. А что внизу там? Ой-ой, ребятушки, все. Он меня сейчас в угол загонит. Вот сюда, по-моему, здесь пройти нельзя. Все, здесь глухо. А, здесь глухо. Тогда давай его гнать в другую сторону. Пробегаем мимо! Вот это челюсти, ребята, вы видели? Его челюсти просто... Фух, хорошо, что он хотя бы медленный, да, Валеришка? Так, аккуратненько обходим. Оббегаем, оббегаем, оббегаем. Путаем, путаем его. О, челюсти какие за нами ползут. Давайте, мы уже сильная семья. Должны уже... А он все ползет за нами, ползет, ползет. Нагнетает. Да, нагнетает. А мы потихонечку от него будем ползать, ползать, ползать. Все краснеет, ребята, краснеет. Это плохой знак. Что? Где все? Они... Как он взялся из ниоткуда?
худо. О, ребят, это было вообще ужас какой-то. Как он так, пока мы отвернулись, он ополз и сзади нас так неожиданно. Фух, испугалась. Ты в шоке? Валеришка в шоке, ребята. Я, честно, сама в легком шоке. Мы потеряли его из виду, пока повернулись. Вот уже учились. Ну ладно, не расстраивайся. Сейчас, ребята, не переживайте. Так, набирайтесь опыта, давайте. Ой, пушинка подросла наша. А давай вот все-таки в костюмчике Куки сделаем нашего Мурчика. Давай. Как-то все-таки вот Мурчик у нас как раз вполне может... Ой, это мой Том. Где Мурчик? Мурчик! Иди к нам, Мурчик. Может быть, всех делаем Куки? Всех? Ой, мне кажется, будет слишком тогда много. Тогда мы просто уже следующего нашего котенка назовем Куки. Тогда вот точно уже будет, да, ребят, Куки? Так, а мы пока тогда Мурчику... Мы Мурчика можем сделать вообще каким угодно. Каким хочешь. А, Куки? Ну, давай. Так, Мурчик тоже у нас такой. Итак, у нас, получается, дети такие цветные. Все, ложитесь, спите. Фух, выдыхаем. И отправляемся бороться. Набирайтесь опыта. Давайте, зарядка обязательно по утрам. Завтрак надо. Да? Что они будут кушать на завтрак? Ребята, мышку. Что у ваших котят едят на завтрак? Мышку. Мышку? Все, пойдемте. Фух, крокодильчика нашего милого. Где он, крокодильчик? Напугал ты нас. Очень сильно, причем напугал. Фух. Подождите, я что-то не очень поняла. А, это он просто рыгнул. Я реально уже подумала, что он сзади нас. Думаю, мы уже его на карте не видим. Так, семья, вы готовы? Все готовы? Пушинка, Мурчик. Я поняла, почему он рыкнул. Он предупредил, что он близко? Или почему? Нет, он наверное, ближе к нам подлез. Думаете? А мы с Валеришкой еще болеем, ребята, представляете? Поэтому, кто болеет, тоже выздоравливайте вместе с нами. Давайте побыстрее выздоровем. Мам, быстро на мышку боишься? Хватайся. Все, ладно, не отвлекаемся. По-моему, ночью. А мне кажется, что темно, ничего не видно. Крокодила не видно. Да, вон он. Одна вода капает. Вон он. Реально, он ближе подъелез. Реально, буду смотреть. А ну, хоть здоровье не вернулось у него на свои руки. Ой, нормально. Пошли. Боже, ну тут эта челюсть огромная. Просто жуть. Ай. Все, побегу в другую сторону. Не бойся, не бойся. Мы сейчас сильные. Крокодил медленный. Он, конечно... Крокодильчик. Не бойся, Валеришка. Вот смотрим, как он медленно ползет. А наши, смотри, уже до 7000 ему здоровья спустили. Класс, мы скоро его победим. Потом кучу-кучу. Если он только зубами не хватит разочек. Не прибьет нас, то мы заработаем. Гляньте, как он за нами. А мы такие аккуратно назад, назад, назад. Ой, что-то он быстрее, чем мы. Все, текаем? Текаем? Ой, застрял. Зубами хватит. Ну, у нас здоровье не уменьшилось, кстати. Видели? Далеко. Что они там вытворяют? Они... Мама, пойди, так, а ты там волосы трупаешь. Смотрите, уже до 6 спустил. Тихо. Ой, зубами, гляньте, пол моего здоровья. Может быть, здесь сетка какая-то? Ребята, рассказывают про какую-то сетку. Это он тут что, рычит? Ой, его что, бросили все? Ребята, они его бросили. Куда он делся? А, мне это не нравится. Он сзади тебя, может быть. Вот именно, что он... Все его бросили. Вы бросили его? Да я там просто за сетку побежала. Все, нам придется сейчас опять на него прыгать. Ребята, надо прыгать на него, чтобы семья кинулась. Он... А ты видел, как он что-то делает? У него что, зарядка, что ли, утренняя?
721, смотри. Лянь, он кушает, реально, он что-то ест. Смотрите. Или кого-то ест. Готовы? Ай! Ай-яй-яй! Застряла, застряла, опять я застряла в стене. Быстрее, быстрее, быстрее! Фух! Мало, мало, мало! Ребята, мы уже просто на одном шаге от победы! Ну что, крокодилище, ты готов? Да. Достать его не можешь, Настя. Что, никто не побежает его? Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все. Мы победили крокодила. Ребята, это произошло. Просто нереально, наконец-то. Просто это вообще ужас. 10 тысяч. Так, а сколько нам добавили? У нас уже 51 тысяча, поэтому мы можем... Хотите вот купить классную шерстку? Мне еще очень нравится. Какая? Мы можем шляпку, кстати, купить, какую хочешь. Смотрите, какие есть шляпы. Викинги, смотри, какие. Зачем? А можем еще, знаешь, что купить? Вот такую мне, кстати, нравится еще. Не такая, это тоже симпатичная. Да, но леопард очень нравится. Смотрите, какая. Нравится вам леопардовая? Тогда покупаем леопард. Давай-ка вот сделаем леопардовый, такой красивый. Круто! А давайте же сейчас Пушинка найдет свою пару. Угу. Давайте отправимся играть. Это мы, кстати, кому сделали такую шкурку? Тому. А давай, наверное, знаете, сделаем Пушинку такую. И будет у нас такая семья. Согласна? А мама? Какой шерстки будет давай? Так, Пушинка. Редактируем, делаем из нее такую красотку. Леопардовую. А папу сделаем. Ну давай, и отправимся сейчас. А мама. Ну потом маму, сейчас мы сделаем. Давай маму тоже куки сделаем. Обязательно потом сделаем куки. Давайте уже Пушинке найдем пару. Mm-hmm. Пушинка у нас уже, смотрите, какая она. Mm-hmm. Классная. Ну что тогда, отправляемся искать ей семью. Вот, мы играем за Пушинку. Вот наша веточка же, видишь? Все, идем. Играть Пушинкой. Ну все, давай ее отправим уже искать своего возлюбленного. Пару. Давайте. Так, вот, сердечко. Вон она, пара. Срочно. Пушинка, пойдем. Мы правильно бежим? Нет. Ну, смотри, мы сейчас сюда, а потом вот сюда завернем. Ой, в дерево. Ой, столб. Забор. Прикольная, кстати, у нее такая раскраска. Красивая. Ты не туда бежишь. Ну, сейчас мы вот сюда завернем. Мы же по дороге бегаем. Так. Вот, где-то здесь. Привет, друг! Где? Где? Наверняка на дороге стоит. Ну, где же еще? Где еще встреча возлюбленных должна быть? На дороге! Ты не туда бежишь. Да как же, вон где-то вот прямо. В доме, что ли? Ты где? Ну, где же он? Вот там, да? Вон он, вон. По-моему, я его вижу, Валеришка. Да, это он. Отправляемся. На втором уровне, да? Чтобы вступить в связь с партнером, да, мы знаем, надо давай драться. Мы с тобой деремся. Ты совсем такой маленький на втором уровне. Вот и наша Валеришка, ой, господи, наша Пушинка нашла своего мужа. Как назовем мужа Пушинки? Друзья, пишите, да. Как мы назовем мужа Пушинки. Мы будем очень рады почитать ваши варианты. А потом Мурчик еще заведет себя. А потом у Мурчика будет семья, правда? Мы были очень рады вас видеть. Спасибо огромное за ваши пальчики вверх, за ваши комментарии. Встречаемся. Через